необходимо проводить работу с населением, оказывать им помощь, быть открытым для общества, чтобы люди к нам обращались по каждому поводу, независимо, когда у них кто-то беда. Но когда действительно какая-то просто может быть информация нужна, либо положить какие-то моменты в помощи, тоже к нам обращались, не стеснялись. Сегодня работу полиции оценили на твердую пятерку. А какую оценку готовы поставить вы правоохранительным органам? Пишите в комментариях под этим видео и не забывайте ставить лайк.